Всем добрый день, меня зовут Анатолий Криводедов, и я хотел бы представить вам серию уроков по стилю Ицюань. И перед этим сделать вот такое небольшое вводное видео, которое объяснит, для чего можно заняться этим направлением, что оно может вам дать. Итак, Ицюань – это стиль китайского боевого искусства. В названии этого стиля есть два иероглифа «и» – «цуань». Если «цуань» – это форма, школа или дословно кулак, то в названии «и» сокрыто его внутреннее содержание, этого направления –